Ну что, обычным спиннером вас уже не удивить? Ну тогда погнали! Ну что, думаете, слишком эпично для спиннера? Приходит он, кстати, вот в такой коробке, выполнен в цвете, как написано у продавца, мультиколор, но на самом деле это градиент, видим, как переливаются цвета, и это очень классно. На самом деле, такой крутить одно удовольствие, потому что сразу понятно, что, ну, не дешевая вещица, и она привлекает внимание, и очень классно лежит в руке, знаете, такая мужская, мужской настоящий спиннер. Выполнен он реально очень годно, и сколов не будет, как на вот в таком спиннере обычном, который покрашен всего лишь, а тут у нас идет, можно сказать, закалка, и крутится он очень классно, очень достойно. И знаете, прям вот когда берешь его в руку, прям чувствуешь, что это реально годная вещь. Крутится он 2.5 минуты. Кто не уверен или хочет проверить, давайте сейчас сделаем секундомер. Найдем и, ну, в принципе, я пытался тут его крутить. Давайте запустим спиннер. Ну, в общем, как вы понимаете, почти три минуты, можно сказать, он крутится, и вообще никаких проблем нету. Так что, если что, ссылка в описании, ребят, ну, как вы знаете. Странная залипательная херня, на самом деле. Если вы ни разу не держали в руках спиннера, не крутили его, вам, ну, не понять это чувство, когда подшипник крутится и крутится и крутится. В общем, ссылка на этот спиннер есть в описании. Прям, ну, реально годная вещь. То есть он так переливается. Это магия, 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 магия. Даже вот так можно сделать. Так что с вами был Артём. Лайк, подписка, колокольчики, все дела. Ну, вы знаете. До скорого. Как-нибудь увидимся. А я пошел крутить спиннер. Будь он неладен.